действительно выставка международного уровня, крупнейшая продовольственная выставка в России. С развитием этой выставки мы видим, насколько сильно увеличилось представительство российских производителей. Площадка Крокус Экспо, она более современная, она больше возможностей, начиная от паркинга, заканчивая всеми другими возможностями facilities, которые там представлены. Вот для нас, вот как для отраслевой организации, прежде всего это площадка межотраслевых коммуникаций. World Food Moscow is one of the top three exhibitions that the Egyptian side is keen to participate. Пришел очередной этап вашего развития. Соответственно, мы только поддержим и готовы участвовать, да, и в следующем году на новой площадке вместе с вами. We want to continue being part of the world food and to continue grow with you and to continue taking advantage of what world food means, not only for the bilateral relationship, but also as a major window of food event in the world.